Начинаем. Здравствуйте, я Иван Росенков, мой коллега Сергей Шутов. Мы представляем компанию Ростехно и наш проект InMaco. Это модульный автоматический магазин. Сергей, прошу. Добрый вечер. Работая с ритейлом, достаточно крупным, Ашан, Окей, Магнит, мы столкнулись с такой ситуацией, когда низкая квалификация кадров мешает общей системе работы магазина. И как инжиниринговая компания задумались над полной автоматизацией всех процессов в данной сфере. В итоге был создан проект, концепция проекта автоматического модульного магазина. Собственно, мы его и презентуем. Объясняю, в чем дело. Все процессы в данном автоматическом магазине полностью автоматизированы. Они ведут контроль всего бухгалтерского учета, контроля продуктов, контроль качества продуктов, сроки годности. Все закладывается в наш софтвер. Модульная сама конструкция магазина позволяет нам его ставить, в принципе, практически в любом месте без оснований и без организации фундамента. Его можно поставить на дорожные плиты, можно поставить на винтовые сваи. И, в общем-то, делается это практически за два дня. Вот вы видите видео, как он выглядит. В данный момент конструкция приблизительно вот такая. Толщина стен где-то 30 сантиметров. Выполнена она из экологически чистого полиуретана. Группа горючести Г1. Да. Здание не является капитальным строением. Давайте я быстро. Да. Здание не является капитальным строением. Что самое важное, оплата в данном магазине производится только безналичным расчетом. Это используя ваши карточки, мобильные телефоны. Вот, кстати, вы можете видеть солнечные батареи. Мы используем на них тоже в качестве автономного питания. И холодильные установки для питания вверху магазина. Мобильное приложение, подвязанное к магазину, позволяет пользователю делать онлайн-заказ, забирать товары в удобное для него время, либо заказывать доставку на дом. Рынок технологий самообслуживания по 2014 году, это данные международной информационной системы, значит 14 миллиардов долларов. И рынок будет расти примерно темпами 25%, имеется в виду рынок виндинга, 25% в год. Значит, что мы предлагаем? Привлекаем 500 тысяч долларов на 24 месяца для создания рабочей модели, то есть полностью прототипа этого магазина и апробацию его в реальном сегменте. Наверху, чтобы вы понимали, находится 6 роботов, полки с товарами и автоматом все это сгружается вниз на выдачу товара.